Здравствуйте, зрители, подписчики моего YouTube канала. Это видео будет о одном из древних храмов Индии. Я не устаю говорить, что я уже сделал, ну, как минимум, наверное, 50 или 100 видео о древних храмах Индии. Этот будет один из них. Индия, ну, как бы недооцененная страна. Все вот знают про храмы Перу, все знают про храмы там Боливии, там или еще где-то. А вот Индию в упор не видят. А там есть и полигональная кладка, есть и кнопсы, есть и мегалитические блоки, есть и запредельные какие-то способы обработки камня. И как бы, ну, все это видят, вот, как говорится, оно все на виду, но никто на это не обращает внимания. Как будто так должно и быть. Наша задача показать об этих храмах. Все храмы в Индии, официальная версия датирует в основном с 3 по 16 век нашей эры. Хотя на самом деле я считаю, что многие храмы намного древнее, ну, в разумных пределах, с медного и бронзового века. Причем, ну, вот последнее время в Википедии стали уже вот как-то, уже говорят, до нашей эры. Хотя раньше такого я почему-то не видел. Как бы они там, как говорят, переобуваются на лету. И некоторые храмы уже в Индии, уже в Википедии пишут, там, например, там, 3-6 век до нашей эры. Хотя до этого, если там взглянуть на историю, там отмотать, то, например, на лет 5 назад, то эти все храмы говорили в нашей эре делались. Например, пещеры Барабар. А сейчас уже смотришь, уже пишут, например, там 3-й, там 6-й век до нашей эры, либо 2-й век до нашей эры. Уже вот они как бы там, как говорится, ломается у них там что-то, они уже начинают ставить более древние даты. И это не только по этим пещерам, это есть и много других храмов тоже. Что уже вот как бы они там начинают перебываться и начинают ставить уже более древние даты, уже там до нашей эры пишут. Хотя буквально лет 5 назад об этом даже слова не было. Там говорили какие-то только наши эры, обычно там 12-15 век, там и все. Другие даты и табу было называть. Ну, чем меня заинтересовал этот храм? Это, ну, следы обработки камня, остатки кое-где, там, незначительные полигональные, может быть, кладки. Иногда кнопсы проскакивают. Ну, это не именно про этот храм, а вообще по храмам Индии. Иногда мегалитические блоки. Ну, как говорится, меньше слов, больше дела. Более подробно вы видите дальше видео, покажу всю информацию, которую я смог найти, множество фото оттуда, координаты этого места и прочее, прочее. Спасибо за ваш просмотр, спасибо всем, кто помогает моему YouTube-каналу. Thank you.
Thanks for everyone who helps for my YouTube channel. Thank you for watching this video.